Легкая победа. Ну как, у вас ничего нигде не болит, ни суставы, ничего, ни это. Да вроде. На удивление. Да. Все хорошо. Как бы. Как тут если загуляло, оно взлетело. Это ж 340, да? Да. Ничего, нормально, все. Да нормально. Грязный. А, ну и сделали. Так ты значит, сейчас уже идешь на побитие. Ну, да. Ну правильно, да. Чего ты мертвешить? Сразу взял и побил. Запасец сделал себе на будущее. Так, аккуратненько все сделай. Это сколько? 360, а у него было 350 всего. И что, характерно, без ремней. Доброе здоровье, Сергей Прокопьевич. Да, Геннадий Петрович, приветствую вас. Удобно разговаривать? Как раз гравитационная гимнастика у нас идет, так что говорите. Всем удобно. Нет, я долго не буду вас это самое отвлекать. Молодцы, занимайтесь. Я тут сейчас влез в этот самый, в УГМК у нас. Ага. Значит, я поставил уже там тренажер, уже пробное занятие уже с артистами, чемпионами мира там провел. Вот. Они просто поражены воздействием гимнастики, они настолько. В общем, интересно, там на поле такие, у кого такие, что занимались, там бы на поле тренировали, и у них у одного прошло, у штатного прошло. Так что. Прогрессивно. Проблемы вот эти решатся. Они болят у вас там регулярно, что ли, постоянно? Не. Они как раз вот как я позанимался, так чувствуется, что просто нагрузка далась. А потом все это дело отошло, прошло, и я тогда новую нагрузочку даю вот так вот. Ну здорово. Да. Если когда у меня болевые ощущения, снижайте нагрузку немножко. Хорошо. Хорошо, мы тоже. Будем стараться. Товарищ Джабраил. Только смотрите, не надавите, главное, отключайте мысли. Хорошо. Не делайте акцент на рекорды. А мы не делаем, мы на состоянии делаем. О, да, на ощущение, на состоянии. И за рекорды, не гоните за рекордами, ищите ощущения, ищите... А это без подкладок, ну 400 не смог. А ты поторопился с 4 метра сами, Саня. Почему? Ну потому что ты чуть-чуть резко движение сделал. Хочешь еще попробовать? Не, я 400. Не, я заходную сделал. Подход сделал, да? И ты знаешь, вот без ремней. Тоже я, блин, больше подлаживал, да? Не подлаживал сейчас ничего. Ну, как бы... Меня вообще, когда выжимал, трусило. Где внук сказал, где трусишь? Где трусишь? Не делай так будет. Трусишь, да? Что-то ты ее скрипишь и трусишь. Головное. То перед внучками неудобно. Что? Перед внучками неудобно. Конечно. По 40 добавляем. Да. Так, давай. Ну да, сколько ты вам сказал? 55 в 13-м было. 55 он сказал было. 55 в 13-м. Да, да. В 18-м 60. 63. Ну, это так. Такой, как я. Для достижения благодать. Посерьезнее. А
Кажется, полегче пошло. Пошло полегче. Ну что, ничего нет. Боли нету на этих, на пятках. Алка загуляла. Чистая победа. Из Mortal Kombat. Чистая победа. Mortal Kombat. Чистая победа. Поехала, да? Вес. Зарубился, да? Ага.
можете даже с двух боков. А мы с двух же будем. Отлично. Сейчас этот лежа настроюсь. Вошел я в это состояние. Кайфанул? Что он говорит, да. Благодать. Работа заработала. Нормально все, да? Пока нормально. Ну, руки напряглись здесь, если как надо. Ну, отлично. Так, это 680, да? Это 720 сейчас. А, 720 было? Да. Сейчас. Отрыв был. Полного подъема не было, но отрыв был. Тут, мне кажется, не хватило. Не хватило этого. Сыгралось. Вес продавливает. Ага. Под весом оно проседает. Не хватило этого. 760 попробую. 760. Пошла. Можно сказать, чистая победа. То есть все уже так крутится, да? Ну да. Ну оно прижимает. Веса тоже не детские. Валенки вдавливаются. Что, ну все там вдавливается, да? Чисто. Сейчас даже лучше, да? Да, 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 чисто. Абсолютно. И выше. Вот как раз эти 10 килограммов повлияли. И настрой, и все. Если на 660 был отрыв без продолжения фиксации, то на 670 была стабильная фиксация, и все как положено. Ну да, это да, я чувствовал. Оно пошло, пошло. Ты без подкладушек, без подкладушек? Без, без. Ну вот. Остается 30 кг до 700. Движка, движка есть. Движка есть. Движется потихонечку. Ты можешь отключить и найдем. Вот это. Здесь по первому упражнению всех троих рост. Костюм. Даже не электрик может толкнуть разряд. Легко. Легкотня. Легкотня. Ну, чувствуется. Аж в ушах. Ну, а как ты?
Среди космонавтов что-то там не помню, на подготовке не получилось. Еще там где-то. Давай. Отлично, красиво, Саш. Прям красиво получилось. Ты нормально лег? Все у тебя? Да. Все, да. А вот нормально. Я даже могу чуть уже взять, чтобы больше ход был. Но этого хватило сейчас. Чё? Ты что-то не подшёл? Аж удобненько почувствую, как тебе перевется. Чистая помида. И рост. И рост. Рост. Блин, там красиво все. Что, 80 просто? Не, как? Сколько? 170. 170? Да. 180. Вот на 150 и застрял. 180. А 170 сразу пошло. Хватает. Да ты слезь сюда. Ты выдавился сюда. А штанга пошла. Не хватило. Надо было чуть выше это самое вещь. И вот опять та же система. Начинаешь давить, начинаешь съезжать. Че, вниз сейчас съезжать начал. Далеко лег, что ли? Ну, ты знаешь, что еще? Упирайся тогда ногами вот в эту. Заработал вообще. Конечно, как? Он же управляется. Сколько? 140. Нет, тебе. О! Да, аж косточки заходили. Ну что ж ты упорись, а то ты выдал дранину мог на помощь. Хорошо. Очень хорошо. Петрович делает насос. Нет, два раза как-то. Так, чтоб тут. Лобом обходиться. Хорошо. Оставляю так. Мы с июля месяца дальше. Что как-то?
Как не хватает высоты. Еще немножко. Две уже, да? Может, она на эту передвинуть надо, да? Просто вот это положить, потом. Ну что, нормально сейчас? Сейчас нормально. Ну, ты я туда не додавил. Сейчас я додавил, оно пошло. $250, да? Да. До отказа поднялась. Да. И легче сейчас было, чем да, перед да, этим. Да. Может, неправильно лег в прошлый раз? Может быть. Мне тоже, кажется, ты далеко лежишь. И надо тоже туда. Туда. Как-то тебя вытаскивают, чтобы ты вот туда еще. Да ясно. И тоже туда, как ты. Да, выдавила. И некуда дальше вроде. Надо идти, а некуда. Непонятно, вот как не хватает мне высоты. Значит, вперед ты сильно ушел. Может быть. Назад чуть уйди. Туда уезжай. Не, пусть ну опять удобно. Выдавить его сюда. Как удобно пусть ложится. Он опять сейчас вперед уйдет. Да. Так, да. Пускай немножко вперед просто. Чуть-чуть. Ты опять, ну далеко ты лег. Так, давай, давай, знаешь, что сейчас попробуем? Чувствую себя гораздо лучше теперь. Да? Пошло. Правда, мне и пошло, да? Да. Чуть не хватало. Чисто. Да, да, даже. На полную высоту. И особо даже это не почувствовал затруднения. Вот так вот. Ну, пошло. Ну вот так ты не постелил? А ну-ка ляж еще раз. Вообще, не, просто. Не, просто просто ляж. Не, не. Ну. Просто ляж, я посмотрю. Вот попробуй чуть назад сдвинуться, неудобнее тебе будет, потому что у тебя руки выходят сюда, ты давишь не туда, а вот сюда надо давить. О, а сюда пошло нормально. Пошло. А ты ушел глубоко сюда. Может быть. Ну, кстати, полегче. Не-не, назад, туда. Еще чуть-чуть. Не хватит. Ну вот смотри, опять тебя выдавит. Вот как раз бы чуть-чуть туда, сантиметра два. Да, да. О. И ты будешь давить как от себя. А так ты внутрь, получается, давишь. Чисто. Пошло, пошло. Было, было. Раз.
раз, потом два. Чисто. Ну сейчас не поддавило вперед тебе? Нет, сейчас нормально, нормально. Легкотня. Ну, сейчас мы еще посмотрим, а в следующий раз может таки 360 минут. Шашлыки ели, все такое. Младше. Чем сейчас Катя занимается? Что? Катя чем сейчас занимается? Она учитель по английскому, вот так готовит. Понятно. В частном порядке. Репетитор, короче. Ну да, Им 360. Как хрен, да? Опа! Ну что, тогда мы с тобой врубаемся. 400 я начинаю. О, это мое. Ну, здравствуйте, хорошие веса. О, так, вот осталось. Легко, хорошо, да? И погнали. Что нам тяга готовит? Не надо на одно это со мной. Нет, нормально. Нет, примирялся. А то как-то это примирялись, чтоб не было этого. На суставы там ничего не давило. Четыре сразу взлетело. Так, сейчас ехать, да? Да. Ну что, на 10 больше, что ли? Здравствуйте, веса хорошие. Да, хорошо, так просто. Себе, а я тебе 400. Аж благодати как. Ты же как раз на поясницу уравняет все там. Да. Выдавливает сюда то, что... Выравнивайся. Ну, я как 440 прям легко пошли сразу. Так как не скажешь. Не, прям по внешнему виду прям красотища вот так. Сейчас ты Ты. Как не чувствуешь ты его? Шоп? Да. Чистая победа. Заметь, ты прибавил, Саня, у тебя сегодня хороший день. Да? Еще десятку повесим. Ну, десятку можно, да. А, ну да, как каникулы, Катя приехала, да? Там нет, я так понимаю, у преподавателей каникулы, так? Нет, у детей-то есть.
Ну, дети, да, что-то не говорили там. У нас есть ярко, у нас на каникулах. У нас каникулы тут. Да, на 1 апреля. Там ну что, пошло дело? Да, камеры настроены. 680. Давай. Раз, хорошо. Ну, прочистил, да? Есть такое дело, да. Не туда придавило, а сюда придавило. Еще попробуй. Сейчас давай. Еще. Не так стал, видно. Как взлетело. Ну вот, другое дело. Как-то правильно, пояс, да, пояс, да, да. А то у меня вот здесь жалоно. Сам. Я сейчас попробую сам. Если мне удастся самому, я пойду дальше. Я пойду дальше. Я ж подустал. О, есть. Не хватило немножко подстелёв. Вот я сейчас буду делать, сейчас я подстилать буду. Потому что мне тоже уже в этот раз почти не хватило. Как раз вот это и не хватало мне в прошлый раз. Пошел. Напрягся. Не просто пошел, а полностью вышел. Напрягся, пошел. Победа! 580!
Да. 780. Да, не шли на себе. Было? Браво! Чистая победа. Метр 89. Спине там уже достаточно. В баске не зарегаешь, да? На растворе. О, попросил, да я покупал мотыля, не выдер, закупил. Полотков, крючков. Ну там же Андрюхи. Нет, Андрюхи нет уже, все. Нет уже? Нет. А где он? Да. Ну, кстати, у меня телефон где-то ведь можно позвонить. Он уже будет сюда перебираться хотел. Не знаю, посмотрим. Я у нее... Как же, без галета. Есть контакт. Заминочка повершена. Тут 700 сейчас стоит. Да. Ну, 700 даже мягко пошло. Ну, я думал, потянул 800, как показалось, или нет. Угу. Казалось, потянул. А две восьмерочки не хотел ли потянуть? Ну, то есть, если даже не предполагал. Побрет 900. А там уже хрен остался бы нихуя на тоже. Нормально? Да ничего, вроде что-то. Что, мало пошло еще больше? Не-не-не, может это... Да ровно стоит, Сань. Вот так оно само приходит, оно уже... И туда-назад только раз и погнал ножками. Мастер! Ханный бабай. И за себя пошел. Отлично, отлично. Да ё-моё. Стал 220. Какого хрена? Не-не, 200 стал. Гераклита. Добавляем? Не. Вот так? Да. О, пошел. Отлично. Ты уже технически как настоящий тяжеладный выглядишь. Эти вырываться начали. Вырываться начали, я думаю. Не, больше не буду. Ну хорошо. Ну хорошо, голову шибануло. Ой, ты сильно руку сделал, да? Вот, а потом она вот так идет, видишь как? Раз, и ты схватился. А это правильно, нет? Ну-ка, сейчас возьму. Нет, да? Так, она должна... Как-то вывернуться должна. Сейчас. Так. Как-то вывернуться. Вот так, да? Ну-ка, сейчас посмотрим. Так, вот. О. А то как-то... Не, попусти, чтобы я же перехватился. Что она не две так лежат, а вот да. Да, 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 поэтому она меня вырвалась, неправильно поставил я ее. Ну, вот видишь. Все. Все, первую стрельбу закончил. 220. Автоматически. Тише. Станок пахнет. Нафиг. Ну нормально пошло. Нафиг, да. А слюна течет, когда вспоминаю. Вот что-то не так, конечно, зашло хорошо. Прям дом раньше заходил. Так что ты поэтому. Почетом. Почетом, да? Конечно, не забыл. Обрызнуло. Сейчас мы там. А, где-то там. Это же уже четвертая. Ну, не последний еще. Это же хопор выбрал. Он темный, как коня. Ну, это тоже на что любит идти. Я бы попробовал сказать.
отличный результат. Все нормально, да? Я же тебе говорю, мы решили. Говорить, и чтобы дошло, это разные вещи, сам знаешь. Ехать уже. Или он курил. А так, если руки чуть пошире, ноги чуть пошире пойдут. Давай, прешь. Пошло дело. Пошло. Идет 300. Сейчас мы все добавим. Ага, ну давайте. Дугу. А, ты тут без дуги потянешь. Без дуги. Встал ровненько. О, отлично. С запасом. Ну, уже почувствовал. Ну, почувствовался, да. Ну, а ну-ка, 340. Хорошо, я зачаю тебя. Почувствуй просто-напросто. Хорошо. Ну, встал для себя эту штуку. Вот так. Потом поперекручивать ее так. Встань, чтобы удобно было, чтобы она хорошенько лежала. Спинка напряжена и ножками так. Опачки! Это можно было бы еще разок. Ну ладно. Я тоже этих дятлов смотрел. Думаю, да ну их нахрен, что там смотрел. А там... Все эти весы. Все это, короче, брехня. Вначале 100 килограмм не мог. Вот. Да, вначале не мог. Но я все, я закончил. Манси сразу сказали. Мертвецы пошли. Мертвецы. Вот ты за ним понаблюдай, как он это поднимается, чтоб. Да, вот все. Вот смотри, что с ним творится. Да. Ты вот так вот стоишь. Вот так вот стоишь. Только, ну чуть-чуть.
прям шире. И ставим шире. Да. Вот, вот так вот и стал хорошо. Вот. Запомни это положение. Давай вверх. Эх, ё-моё, видишь, он выходит что-то. Ну, давай еще разок, надо. И больше не станем бери. Хорошо. Ну, ничего, выровняться. Ставьте еще себе. Таз выставил и вот так, как ты выставил, ну куда он у тебя пошел? Начал... Вот этим упражнением только и выровнят. Наша бутылка может быть. Давайте рассказывай. Халай заскакивает. Нету сет, грома зим нету. Не заехали она. Да нету все, так разобрали все. Ну там и баха полностью. Она одевается. И тут манжеты хорошо садятся. Забрали какой-то спирт охеренный. А да проверить не на том. Ну поехали по России. Трактористники. Хорошо, ну, говорят, забор, они гвозди подсыпали. Нет. Он пашет, они сейчас останавливают. Тут спирт хотим проверить. Да? Доливайте.